в начале третьего квартала был рост административных правонарушений, связанных с несвоевременной и недостоверной подачей статотчетности. Выявлено 600 транспортных средств с нарушениями. Количество нарушений по сравнению с 2021 годом возросло практически в два раза. Но отмечу, что основные нарушения, которые были выявлены, они по линии контроля специальных запретов и ограничений, введенных с марта месяца указом президента и постановлениями правительства в рамках его реализации.